Золотая пора – это время, когда ты молод и увлечен любимым делом. Итак, представьте, молодежный творческий центр в кабинете директора. Зиночка, позови, пожалуйста, ко мне наш хип-хоп-коллектив. Здравствуйте, Алексей Степанович, вызывали? Вызывал. Я надеюсь, вы не забыли, что у нас завтра ежегодный творческий отчет. Ну да, конечно, мы к этому мероприятию 2 месяца готовились. То есть вы написали песню про наш любимый район? Ну да, конечно, вот текст. Ребят, ну вы в своем уме, какие менты? Тем более мусора, вы что, люди с администрации будут сидеть в зале? Меняйте это на господа полицейские. Но господа полицейские, это как-то не в рифму. Ну, давайте тогда мусора, детвора. Так же лучше? Ну, хорошо. Еду по МКАДу в 4 утра. Навстречу ко мне из кустов детвора. Не страшно, отдал им 2000 рублей. Ведь деньги пойдут на благо детей. Огромный, мерзкий, жирный ребенок. Так, стоп. Ребят, нет, подождите, эта песня не подойдет. Есть что-нибудь еще? Ну, про алкоголь же тоже нельзя, ну. Меняйте водку на книги. Это где такая акция? Я говорю, в ваших песнях поменяйте все слова водка на все слова книги. А, ну, давай, Карина. Здесь на дворе компанейский мужчина, что в доме напротив живет. Со стопочкой книжек ложится, со стопочкой книжек встает. У нас во дворе читает любой. Одну прочитал, беги за второй. Но после 11 выбора нету. Не купишь в ларьке ты даже газету. Решили печатать книги мы сами. Собрали печатный станок с пацанами. Печатаем книги, учение свет. Меня в неотложку, Серега ослеп. Мы самая читающая нация в мире. Стоп. Это невозможно, это тоже не подойдет. Что у вас тут осталось? Ну, мог бы и догадаться. Наркоманы, конечно. Нельзя наркоманы, меняйте на... Ну, у нас же музыкальный концерт завтра будет. На музыканты меняйте. Ну, хорошо. У нас на районе сплошные таланты. Бабка на лавке кричит: музыканты! Кто дует во флейту, а кто-то в тромбон. В общем, оркестр, а не район. Но новость пришла, дирижера закрыли. Хватит, ну что вы... Ребят, ну это же невозможно. Это ни в какие рамки. У вас в каждой песне вашей нужно все слова менять. Алексей Степанович, а почему вы нас заставляете прикрывать проблемы красивыми словами, вместо того, чтобы просто озвучивать их? Так, а как по-другому-то, ребята? Вы послушайте, о чем вы поете. Наркоманы, алкоголь. Кому это нужно? Вы бы еще спели, что у нас туалет в ДК не работает. Так разруха, она не в клозетах, она в головах. Ну вот же, ну вот! То есть вы понимаете, о чем говорит Булгаков? А это не Булгаков, это Новиков. У нас нет Булгакова. Ребят, вот знаете что? Вот пока вы не узнаете, кто такой Булгаков, мы и будем проблемы заменять красивыми словами. Плохая компания. Спасибо.